завжди обиратиму себе. Всем привет! Субботнее утро у нас началось вот с таких вкуснейших оладушек. Это приготовила Дашенька. У нас суббота, день уборки, младшие на музыке с Валерой, а старшие мне помогают по уборке. И у нас стирка по субботам, вот так я раскладываю, сортирую, и потом быстренько это все перестирается. Так что пока дети помогают, убирают, моют все, кто-то мультики смотрит, я решила на обед им тоже сделать что-то вкусненькое. Заглянула в морозилку и подумала, о, где я? Приготовлю супчик, который они хотели, Маша хотела. Так, для супчика этого нам нужна красная рыба, она не соленая, креветки, лук уже сорвала в огороде, почистила. Такой еще зелененький лук, такой лук, морковку почистила. Плавленый сырок можно заменить на сливки и картофель. Ну и жарить. Обжарку буду делать на масле оливковом, оливково-сливочном масле. Так, сначала буду обжаривать. Сейчас лук нарежу, потом этот лук лату, потом морковку. Так как я делала пельмешковый суп, только это будет такой богатый сегодня супчик. Итак. Я обжариваю лук, морковь на оливковом и сливочном масле. Тут я нарезаю тонко картофель, добавлю туда же. И дальше буду показывать. Я немного протушила картофель и переложила в кастрюлю. И сейчас буду добавлять кипяток. Можно было и в этой кастрюле делать обжарку, но я совсем забыла, что она у меня есть. Все, я добавляю кипяточек и готовлю до мягкости картофеля. Как только закипела вода, я сразу добавляю горшковый плавленый сыр. Или сливки можно добавить. Картофель сварится, сыр этот растворится. Все, я добавила плавленый сырок. Пускай варится, и тем временем я уже подготовила рыбу. Она уже у меня почищена от шкуры, косточек, нарезала кубиками и подготавливаю креветки. Чищу, мою, вынимаю этот пищевод. Их будем добавлять в самом-самом конце, так как они уже готовы. Пока варится картофель, я уже добавила приправы, соль, перец и мускатный орех. А к рыбе я уже накрошила зеленый лук. Буду вместе добавлять. Картофель уже мягкий. Я добавляю рыбу вместе с луком и варю 5 минут. Есть такое дело. Пока варится рыба, я смотрю, что креветки у меня очень большие. Я их поделю на 3 части и добавлю, еще нарежу укроп мелко. Рыба 5 минут покипела, я добавляю укроп и креветки. Пускай покипят 3 минуты, не больше. Я выключаю. Все, я добавила укроп, креветочку, 3 минуты пускай покипит. И потом выключить газ и пускай настоится минут 10-15. Но уже ароматы, просто ароматные. Божественный суп, который приготовила богиня. Да? Так, это хороший рост. 96. 100 сантиметров это трехлетний ребенок. Рост трехлетнего. Нет у нас сил ждать всех остальных. Мы с Машей тут решили уже поесть. Супчик, просто. Это нечто, приготовьте, будете довольны. Я буду кушать с хлебом, еще с аджикой. Всем смачного-то есть. Потом сниму, когда будут дети кушать остальные. Заходы. Ой,
к нам работник вернулся. Папа читмил будет. А что такое у папы? Папа заслужил. День отца. Братушка, переодевайся. А будете кушать. Только ж переоделась, сейчас кушать будете. Да. Завтра будет читмил у всех. Завтра будет День отца! Да. Ура! О, День отца. Чипсы! День отца! Ура! Будем чипсы! День отца! А сегодня вечером будет День семьи. Вот вам. День мамы. День мамы. Сегодня мама на кухне. Это лаваш. Мы давно не ели самый какой вкусный вертута. Самая какая? С картошечкой. С картошкой. Какие бы ни были на столе вертуты, первое съедается с картошкой. Да. Потом съедается... С капустой. С капустой. Это сладкая тыква. Это из несладких, скажем так. А из сладких съедается обязательно тыква первая. Все остальное на любителя. Ну вот картошка это... Святое, да? Да, это святое. Это самое вкусное. Если, конечно, правильно его приготовить, как бы, то понятно. И настроение главное маме не испортить. Хлебушка чуть-чуть купить. От настроения зависит все. Да. И как вкусно вообще будет. И как невкусно будет. Ты снимала суп? Да, снимала. Только... О, это вот рыбак. Папа на рыбалку сходил. Ой, мы с Машей ели, аж вспотели. Лосося поймал, креветок поймал, мама сварила суп. Да, что поймал, то и поел. Да. Ой, поел. Если бы ты поймал непонятно что, ел. Ты не поймал бы, не поел. Не поел бы. Все взаимосвязано, понимаешь? Да. Поэтому мужчина-добытчик, женщина... Она уже улучшает, да. Улучшает зиму. Да. Ну что, будете обедать? Голодные? Ну, хочешь, бегают. Нам так хорошо было, тихо, спокойно. Мы не знали, как продлить это время. Это самые достающие дети я увез. Оля, Кира и Марк. Ну, Кира особенно, на первом месте. Мы тут с Машей, Дашей посоветовались и решили уехать. Кира, это мамина копия. Почему мамина? Кипсы. Кипсы? Вот суп ешь. Кто не поест суп, тот не ест чипсы. Тот не ест завтра ножки. Нет, ой. Так, хорошо. Есть вкусный суп. Что, дождались наших. Уже так красиво. С работы. Даже красиво выглядит вот это все. Да, шикарно. Даже камера не передает, если честно. Ну, камера... Не знаю, как приблизить, чтобы оно было похоже. А на вкус как? Как называется, финский суп? Да просто домашний. Домашний? Нет. Ну. Финны, по-моему, эти едят. Знаешь, какие-то консервы, которые пропали, вот эти вот рыбные. Не, ну что-то финское, но тут уже начинаем сами уже добавлять, убавлять. Блин. Вот это да. Так, так только это. В Англии и в этих, как, во дворцах. Я же говорила, королевский суп, который готовит сама королева. Ну, в отличие от Англии, там королева не готовит, а наша королева готовит. Потому что я люблю свою семью. Наша королева лучше. Потому что есть для кого готовить, слава богу. Есть из чего готовить. Это просто... Это же не ресторанное блюдо, это... Домашнее блюдо. Это не домашнее блюдо. Это такой праздник, который не бывает ни в ресторане, ни дома. Но у нас бывает. И часто. Ну, благодаря папе, папа нам это все добыл. А мы уже приготовили. Где-то еще креветка есть, да? Да, ищи креветку. Сейчас я буду креветку искать. Валера, креветки были большие, я их делила. Да. Поэтому ищи кусочки. Что, детки, вкусно? Вкусно. Да? На здоровечко. Все, всем смешно, кто есть. Ой, я столько похвалы получила, так приятно. Ну, просто так многодетные семьи не питаются. Ну, дай бог, чтобы все питались, чтобы у всех была возможность. Да. Олечка, а что ты не спишь? Что ты ждешь? Кушать. Кушать ждешь? Ты голодная? Ты хочешь кушать? Сегодня дети воровать хлеб не будут. Сегодня у нас супер-супер вкусные вертуты с картошечкой. Запах.
на весь дом. Что скажете, детки, вам вкусно? Вкусно. Ну, сочно. Много. А мы тут с папой сбежали тоже. И Валера любит вертуты с чем? С молоком. С молоком. А я люблю со сметаной. Обалдеть. Обалдеть. Смучного. Такое. А ты попробуй, скажи. Я не могу, он горячий. Я сегодня целый день готовлю. Вам праздники делаю, да? Иди. Целый день вас. Да, сегодня вообще классно. Балую. Потому что завтра будет день отца. Да? Все, смачного. Обирай, що хочеш, а я завжди обираю.